Всем привет, с вами Анкель Снайк. Мы продолжаем прохождение увлекательной игры «В тылу врага 2», «Штурм 2». За Америку мы прошли, теперь приступим за немцев. Вот немецкий солдат здесь подсветился цветным таким ореолом, остальные бледные. Скоро наш, кстати, будет. А америкоса мы не видели, потому что он здесь за менюшкой, но он тоже был подсвечен. Итак, у нас с вами раз, два, три... 8 миссий здесь и 2 миссии в другой версии игры. Мы ее включим и пройдем их там. Мод у меня установлен один. Сейчас, так, мод у меня Blood мод. Это на расчлененку, на кровь там и так далее. Ну, какие-то графические он дает, видимо, бонусы, но это ладно. Посмотрим модами, так как игру я только осваиваю, только мы с вами прошли первую за америкосов, да, мы прошли, да, за америкосов. Еще будут моды будем использовать. Если есть какие-то моды, которые вы знаете, интересные на графические составляющие, можете мне писать в комментах. С удовольствием попробую. Вы знаете, все новое я люблю. Так, сейчас я здесь со звуком замучу. Ну-ка, давайте. Слава богу, герр-подполковник. Так, герр-полковник. Союзники атакуют нашу позицию. И вот теперь немцы. Немцы пытаются отбиться от американцев. Ну что ж, накажем. Миссия похожа. Первая миссия все время одна и та же. Ну, в разных локациях, но это отбиться от америкосов, отбиться от противника, затем продвинуться вперед. Дальше там у нас откроется карта, которая будет сильно расширена. Кстати, еще прикол мода вот этого, который я поставил, БМ мод, в том, что он... ну вот, во-первых, видите, кровь остается. Давайте на трупы врагов посмотрим. Вон Виллис. Ха-ха-ха, так смешно, колеса пробитые. Давай к нам, иди сюда, мы с тебя пулемет снимем. Вот. В чем прикол? Техника здесь очень долго стоит. То есть здесь могут быть прям очень интересные такие завалы мертвой техники. Ну и в принципе, почему нет? Я вот вообще за то, что техника вообще не должна исчезать. Оперативки, ну, у кого не хватает оперативки, ну, могут не ставить этот мод, в конце концов. А у меня, например, оперативки хватает, видяхи хватает, что еще нужно. Вот. Мне, например, устроил такой вариант, что техника не исчезает. Происходят проблемы с этим, нужно объезжать, какие-то новые тактические решения на карте, разве нет? Мне кажется, очень даже ничего. Так, сейчас я проверю, как звук у нас записывается, нет ли офигенной какой-нибудь разницы в звуке. Сейчас, секунду. Так, все отлично, звук записывается хорошо. Возвращаемся назад. Поехали. Так, не знаю, карта. Размер карты, наверное, можно чуть поменьше сделать. Так, трассеры. Трассеры, к сожалению, исчезают. Но это типа реализм, там все дела. Ну, правильно. Так, и приколы. Ключевые точки. Показывать величину повреждений. Показывать уровень здоровья. Значки отрядов. Ну, короче, в целом-то нормально. Единственное, что у нас раненые теперь в связи с этим модом не обозначаются белым кругляшком. И... чтобы увидеть, что у нас солдат раненый, нужно быть очень внимательным.
бедная машина, Виллис вообще весь пострадал. Я хочу снять с него пулемет, дать одному из бойцов. Гранатометчика нету. Оп-оп. Ладно, на близком расстоянии они и так пробили ребят. Так, у меня здесь все живые. А вот и подкрепа, и пулемет тяжелый. Прибыло подкрепление. Все, сейчас будет расширение карты. Что-то не видать расширение. А, вот оно. Во, сразу видно. Так. Так, первая линия обороны. Все, в таком случае давайте я машинку выдвину вперед. Так, теперь парням надо подзарядиться. Сейчас подзарядимся. Так, еще один отряд у нас есть. Так, этим... Давай-ка попробуем снять пулеметик. Во, пулемет, круто, круто, круто. Хочу дать ему пулемет. А, блин, это же медик, черт возьми. Нет, медик не подойдет. Штурмовик-автоматчик. Командир. Вот, винтовка. Вот так. Вообще эту винтовку надо... А, патроны пусть остаются. А вот ремкомплект возьмем. Все, заряжаемся. Так, теперь... Здесь что? Так, вот это, патроны. Все. Так, давайте я сейчас соберу аптечек нашим ребятам, чтобы не тратить ваше время. После паузы я включусь. Обоим отрядом я наберу аптечек и прочие херни. Так, ну маленько пособирал. Итак, значит, у нас с вами пулеметчики, 3 штуки. Для этого, для борьбы с ними используем вот эту машину. Машина ЦКП, как там, ЦКПФ 202, давай. Хорошо бы повредить пулемет. Вот здесь еще сидит один чел. Опять встал Янки. Да, прям повредить ее не получается, но... Ха, нифига, одна пулька шальная. Более-менее сейчас первую часть пошибаем. Так, еще пулеметчики есть. Нифига себе.
Цепляет, но не убивает. Пулемет скорострельный. Скорострельный, но не... А, вон, смотри, опять, блядь, да ёбаный, сука, блядь, по голове, ёб... Фу, блядь, иногда уезжает у меня курсор в такие моменты, прям... В такие моменты я прям беситься начинаю. Так. А вот командир... Разлет большой. Так, ну вроде сняли всех. Alles klar. Все понятно, говорит. Пошли. Разведка пошла. Чего-чего, патронов у нас хватает. Один янки здесь спрятался, ну, ава, сняли. А, все. Опа. А, идет обстрел базы. Давай к машину вдоль дороги прогоним. Нифига себе. Кто-то в костюме клоуна был. О, она сносит просто жестко. Включай снайпера наверху. Надо очень внимательно, здесь могут быть. Здесь могут быть эти пушки противотанковые, они здесь 100% будут. Так, здесь идет обстрел. Давайте посмотрим. Вот, две арты стоят, во-первых. Три арты. Здесь ни хрена не просто. Чтобы эти три арты ликвидировать, нам понадобится... Нам понадобится очень сильно подумать. Даже на первой миссии.
Так. Где-то здесь один американец прячется. А, вот он. Лучше зачищать после себя, не оставлять ничего. Так, теперь у нас городской бой, черт возьми, предстоит. Так, начнем отсюда. Так, ну и вылазить под пушки, конечно, мы не будем. Что, забираем точку? В каждый отряд. В каждый отряд мне нужно еще по 2 человека. Давайте короткими перебежками. А, это не янки, это британцы. Так, забираем гранаты. Даже окопы нам понадобятся. Ох ты, пулеметчик. Так, наш танк идет. А, 2 арты он давит. Все, я вспомнил. 2 арты он давит, а третью он не может. Подполковник, противник подорвал один из наших танков поблизости. Посмотрите, можно ли его отрывать. Все, у меня пацаны полностью укомплектованы. И вот теперь нужно ликвидировать пушку, причем очень аккуратно, чтобы не потерять этот пазик. Так, подкрепление. Двоих сюда. Двоих сюда, двоих сюда. И танк. Танк, внимательно. Вон там пушка стоит. Так, пулеметчик один. Ах, тоже сюда его. Так, а чё вы без этих-то, без аптечек бежите? Ну-ка быстренько посмотрите у этого парня, что есть. Вот. Пулемётчики, да хера пулеметных лент. Отлично. Вот. Здесь что есть? Динамит возьмем. Ремку. Гранаты. Так, а эти вот эти здесь. Так, у нас, значит, с вами все, теперь полностью отряд укомплектованы. Oh, man.
Так, теперь пушка. Где-то здесь пушка должна быть. А, блин, смотри-ка, пушек-то нет. Так, давай-ка вот этот отряд будет разведчиками. Отряд не полный, поэтому можно его спокойно использовать как разведку. Так, сейчас занимаем окопы. Ох ты, нихера себе. Хорошо, что ромбиком встал. Повезло, что пушку выхлестнул этот танк, он две растоптал, а по этой выстрелил, обычно она остается. Здесь не осталось, ну отлично. Сейчас танк разберется. Приближаемся к второй точке. О, здесь помогает. Центр. Так, все, прибрали, ребят, прибрали. Так, отсюда мне нужен медик. Так. Где он? Медик, я хочу спрятать в окопе. Здесь остается 5 человек.
Вот этого парня тоже на подкрепление. А вот этим надо чинить танк. Ну, ёптать. Все, всего две поломки. Так, парни чинят. Соответственно, эта бригада смещается. Отъезжаем назад. А, все, что ли? Отличная работа. Вы отремонтировали наш разбитый танк и снабдили его новым экипажем. Сейчас мы устроим англичанам небольшой сюрприз. Пушку здесь вижу. Пушку здесь вижу. Ну, давай-ка через центр здесь. Так, у нас пазик 4, Аус Ж, и пазик 3, Аус Джей. Сука, кто там стреляет? Разведка сообщает о вражеском танке, защищающем позицию. Мы должны его ликвидировать. Блять, пушка там. Быстро чиним. Так, танк забрали. Пока стоим. Так, здесь машинка. Машинка под прикрывает. Еще один идет. Движок подбили движок. Нихера себе там рикошеты. Блин, опасно так высовываться, не хочу я.
Ну что с пушкой-то делать будем? Блять! Ёбаный в рот, кинули гранату, сука. Вот так теряем танки, блять, ну как же так? Откуда-то отсюда же она шибанула. А, это же гранату кинули, блин. Ёпта. ПТ-орудие. Ну давай вот сюда ПТ-шку притащим. Блять, если танк, если корпус у танка разрушен, то уже все. Блин, ну как я сунул танк-то вперед? Вот. Ой, прописная истина, нельзя. Нельзя, блядь, танки вводить в городские бои. Сейчас потери будут. Надо же, еще живые. Так. Давай тогда машину. Машину выдвинем вперед. Ё-моё, здесь вообще... Здесь зачистить надо квартал вообще. Здесь британцы еще бегают. Надо же, зачистили. Так, давай, в центр. Что с пушкой? Ой, как долго идет. Так, вот мы притащили арту. Надо же, никого не потеряли. Блять, кто стреляет? Поддонок. Артиллеристы. Надо подлечиться. Так.
Я бы танки починил, ребят. Там надо будет обороняться. Ну, хотя обороняться там надо будет с позиции, конечно, артиллерии. Давай тогда... Блять, ну ёбаный в рот, ну как так? Сука, она пробивает. Уф, пиздец. Эй, где ваша пушка? А, вот она. Блять, ман, наши бьют. ПТ орудие надо сейчас заказать. Потом будет, блять, поздно. Есть. Минус арта. Теперь еще одна арта, которая у нас 170. Так, у меня одна пехота здесь. Здесь подкрепление. Одни сидели в танке и сдохли. Так, ну давай сюда в окоп. С этой стороны не грозит. 170 пушку уж, наверное, не возьмет. Давай двигаемся на исходную. Не хочу выдвигать сюда танк. Так, давайте-ка лучше тогда. Сколько у меня, сколько она бьет-то? 140. Сто 130, по-моему. То, блядь, 20 не берет. Значит, танк можно чуть поближе выдвинуть. Еще вперед. Чинит, что ли? Или, блядь, заряжает? Ох ты, как хорошо. О, как летит снаряд. Чинит, чинит. О, хорошо, ББшечкой. По-моему, ей конец. Как бы то ни было, блядь, ну вот так жалко машину. Починить нельзя. Ладно, бежим сюда. Вот этот и вот этот.
Verstanden. Так, здесь порядок. Чиним два танка. По-хорошему от пехоты бы я не отказался. Или вообще вот так в бок сюда побежать. Так, что там насчет пушек еще? Нет, пока тишина. Не хотелось бы элитную пехоту мою. Блять, он чинит пушку. Быстрее, парни. А, нет, нихера. Нихера он починил. Быстро, арта. Как он ему удалось починить? Там еще кто-то стреляет. Быстренько чинимся. Так, здесь делают танк мне. Пушка ползет. Так, пушки мне нужны в собранном виде. Давай вперед. Идет вялая перестрелка, но в принципе нас это устраивает. У меня же чинится машины. Ну, крусейдер прикольный. Так, смотри-ка здесь, что они сели. Ох, хорошо, минус 3. Блять, не туда попал. Вот здесь еще сидят. Ох ты, минус 2. Давай еще разок сюда дадим. Ты что, починился, что ли, уже? Ну-ка, давай-ка. Это пулеметная машина. Пулеметная неинтересна мне. В принципе, у меня вот здесь два человечка. Но это хорошие ребята. Ветераны. Не хотелось бы их терять. Ну, сажать в танки. А впрочем, в танк можно посадить и... О! В танк можно... Так, дай-ка я присяду. В танк можно посадить и просто ребят из отделения. Так, это автоматчик. ПТ-стрелок, а что, у него есть противотанк, что ли? А-а-а, у него ПТ-шка есть. Санитар. Вот. Я вот.
Нахера этот до сих пор с автоматом бегает? Бля, 5 человек, да? Не, нихера. Сейчас сначала надо... Сейчас сначала надо точку захватить и пушки подтянуть, а то они могут остаться за кадром, за картой. Сейчас точку заберем. Блять, санитары забыли. Давай последнего забираем. Долбоебы, сука. Так, у этого что, фугасы и много пулеметов. Отлично. Так. Санитар сюда. Мы захватили стратегическую точку. Все вроде, пушки все прибыли. Верн подполковник, поставьте укрепление вокруг нового полевого штаба. Разведка докладывает, что силы противника вскоре попытаются... Так. Отбить полевой штаб. Давайте сделаем вторую скорость. Сейчас я быстренько. Так. Зениточку сюда поставим. Так, зениточку сюда. Быстро сюда. Так, пушка пошла. Прибыло подкрепление. Пушка сюда. Еще одна. Вот так. Я бы от зенитки вот здесь не отказался. Три пушки есть, но пехота нужна. Так, снайпера, во-первых, хочу поставить. Так, снайпера, наверное, сюда. Verstanden.
Блин, у них ракеты тут стояли. Подожди-ка, а мы можем ракету украсть? Блин. Подожди, а можем ли мы? Чё, для прикола попробуем? У меня нету этих очков ЛС. Блин, как жаль. Так, еще один санитар. Еще один санитар. Это вообще тут ваш санитар. Так, танк сюда. Блин, ты-то вообще пиздец. Газуй давай, фугасник. Фугасный ты мудила. Так. Здесь, конечно же, тоже пойдут танки. Сейчас мы их... Сейчас освою по всем канонам. По всем канонам размещу вот так. Вроде должен жить. Блин, ну то, что с пушками. Блин, тут ракетницы. Бля, так жалко. Двадцать три секунды, но шанс есть, конечно, попробовать можно. Блин, отряд придется разделить. Нет, блин, тут пехоты нет, черт возьми. Так, поставлю его. Слушай, на центре зенитка. Ну, здесь тоже зенитка. Ну, давай танк тогда. Это действительно, пусть танк стоит. Блин, да не ломай, да ёба. Блядь, жопа разворачивается. Мне нужно, чтобы он использовал свой пулемет. Я понимаю, что скорость маленькая. Добавлю сейчас. Ладно, ищем пехоту. Ждем, точнее. Так будет правильнее, наверное. Так, во-первых, пехоту сюда. Блин, не вот и реактивная артиллерия, блин, прикольно.
Ё-моё, какой он долгий. Пиздец, еще не пробил. Сейчас, блядь, доиграемся. О, вот и есть прострел. Матильда, что ли, мать ее? Так, блядь, патроны кончатся. Блять, она не может дотянуться под калибером. Ну-ка, может, сбоку зенитка? Нет, зенитка не может. Ну, мой тоже встал, это же Кромвель, черт побери. Арта. По крайней мере, тут она позиционируется как арта. Блин, не может пробить у меня пушка-то. Блин, пройдем, не пройдем. Гребаная арта. Смотри, что Матильда утворяет. В пузо ей попробовать, что ли, влепить. Хо, пробил в пузо, блядь. В бор этот. Повесил прям. Ёба. Сейчас прошел. Соплю повесил ей на бор, на броню прям. Ёпта, держать позиции надо, ребят. Дошла пушка. Так, здесь вот тяжеленько на этом фланге. Арта кидает, конечно, но я его называю артой. Кромвеля я называю артой. Че, попробуем выдернуть реактивную артиллерию? Попробую выдвинуть вообще арту для начала. Вот
здесь, возможно. Пиздец, доконали его. Пиздец. Ох ты. Нихера не нагнетают. Надо уйти, перевести дух. Блять, быстрее гуслю. Что-то весь наш элитный отряд разодрали. Ёпт. Вали его. Матильду не смогли разодрать. А нет, смогли. Да ёбаный в рот, блядь. Как так, сука? Ну, бортом стоит. Всю нашу элиту задолбили. А, ну вот здесь пушка очень кстати. Так, пока держимся. Прикрываем ремонтника. Пиздец, пушку. Пехота, ладно, у меня здесь танк, блядь. Пипец. Вперед, быстрее. А, вот уже пошли подкрепления. Ну надо же, блин. Фух, пипец, еле затащили. Пушку тоже вырубили, но понятно, она вылезла прям на передовую, в принципе, ничего удивительного. Ну и танк у нас, конечно, простоял здесь. Ну с этот, столько надо было, столько надо выдержать попадание, это вообще уму непостижимо. Так, гасим всех. Все, побежали.
Все, готово. Отлично. Так, ну вот, собственно, можно увидеть техника. Ну, по крайней мере, не исчезла. Стоят тачки. Ну, да, вот, видите, вот стоит. То есть, нормально. То есть, похоже на правду. Все как в настоящем. Все как по-настоящему. Вот. В костюмах клоунов там кто-то опять бежал. Вон, много их. Текстурки. Ну ладно, похеру, что в костюмах клоунов. В принципе, ничего страшного. Главное, что мы можем потом... Что мы можем с них собирать потом эти... Лут. Ладно, всем спасибо. На этом вступительное про немцев закончилось. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.